Спасибо, Рав. Я слышал от вас, что вы говорите, что прежде я направил себя, прежде чем я направлю себя правильно на Творца, эти условия, чтобы я мог это сделать, чтобы я превратил намерение ради отдачи. Какие вот эти вот внешние условия, чтобы я мог прийти к этому? Это вся наша жизнь, это весь наш мир. Когда вот есть в своей жизни с утра до ночи, что значит, что я ощущаю мир, в котором я живу? Этот Творец мне так создает такие вот картинки, которые проходят в моем мозгу, а мне кажется, что я живу в каком-то кино, а это наша жизнь. И зачем мне дали ее? Творец вот так вот показывает нам этот фильм этого мира, так чтобы мы на фоне этого фильма выстроили наши намерения к нему. И тогда с помощью того, что я на самом деле выстраиваю каждый раз устремление к нему в каждую секунду, в которой я живу в своей жизни, в этом кино, то получается, что я в конечном счете слит с ним и прихожу к такому слиянию, что весь мир вдруг исчезает, и я ощущаю, что в конечном счете он существует для того, чтобы я его рассеял, чтобы я вот это вот скрытие, мир от слова «олама», скрытие, чтобы я это все подвинул в сторону и раскрыл Творца прямо вот фронтально перед собой. Я и он становимся как одно целое. И вот это скрытие становится как раз объединением, соединением между нами.